30 тысяч там разница была в цене, там с лестницы дома без. Бюджетный. Первым делом растопили камин. Во-первых, сейчас все печки, ни шибера не бывает. Решили воспользоваться хорошей погодой и прогуляться. На даче мы еще побудем. А такая погода не каждый день. Вот идем по такой хвойной дороге к озеру. Только мишек не хватает для такой картины. Мишек в лесу. Ну вот, вышли к озеру. Тут тоже рыбаки. Ну, чтобы вы понимали, тут тоже вот уже, да, морские, вот такая изморозь. Ну, маленьким. Здесь такие песчаные берега, везде следы отдыха. Ага. Лавочки, ой, уточки. Вот он, вывод. Озеро Малое Семагинское. Лавочка с изморозью. Дошли до такой пристани. Обошли озеро в обход. Вот с той стороны. Мы так обошли. Пришли сюда. Ну все, возвращаемся мы уже. Вот вдоль канала. Здесь рядом еще одно поселение Сенты. И еще раз обратить внимание, все-таки уже изморозь тут тоже. Первые признаки зимы. Вот их вот столько. И дорога до дачи прилегает мимо этого захоронения воинов Великой Отечественной войны. До сих пор находят останки. Вот совершенно новое захоронение. Погиб 31.08.1941 года Шипулин Андрей. Личная память героя. Мы тут с деточками любим посидеть на лавочке, отдохнуть. Нагулялись, замечательно. Прошли около 8 километров. Идем на дачу. Вечерняя романтика в лесу.
готовим себе ужин. Вот сейчас вечер, 18 часов 10 минут. Вот туман между домами, низко-низко. Это он только начинает собираться. Очень интересно. Ну, а наш ужин на плите. Вот он, наш романтический ужин. Ожидаем. Ожидают нас хвойные леса. Воздух тут великолепный, чистый. Какая у нас вкуснятина пожарилась. Но мы решили кушать дома, потому что на улице плюс 1 градус. Так что будем сейчас ужинать. Ну вот уже и поздний вечер. Нужно ложиться спать. Догорает трава в камине. В доме тепло, уютно. Пахнет деревом. И на огонь можно смотреть вечно. Спасибо, кто был с нами. Завтра будет новый день и новое видео. До свидания, до новых встреч.